Ребята, всем привет и доброе утро. И сегодняшнее утро я снова начинаю с спорта. Я сделала небольшой перерыв, просто чтобы сказать вам, что я для себя открыла тренировки с ворд-классом. Это не реклама, но было бы хорошо, если бы это, конечно, было рекламой. Так что ворд-класс, можете ко мне обратиться, но я действительно влюбилась в то, что они сейчас делают. В связи с карантином... У меня просто фитнес-тренировка сейчас. В связи с карантином они выставляют сейчас тренировки, которые вы можете делать прямо дома. Я вообще не фанатка всех этих групповых занятий, но даже я настолько втянулась, что последние 3 дня я свое утро начинаю только с ворд-классом. И сейчас у меня тоже интенсивная тренировка. Мне настолько нравится, что это действительно атмосфера, будто бы с тобой занимается тренер. И эта информация скорее будет обращена для тех, кто просит меня записать мою тренировку. Надеюсь, в том, что я не тренерша, я смотрю, как они работают, и понимаю, что такую тренировку я записать не могу. Это квалифицированные специалисты, кто бы там что ни говорил про разные профессии, это очень сложно держать аудиторию вовлеченной, держать ее в позитивном настроении, еще самому делать счет, делать самому правильно выполнять упражнения. В общем, большой респект всем тренерам. И ладно, я продолжаю делать свою тренировку. И если вы это видео смотрите с утра, то я тоже вам настоятельно рекомендую включить тренировку и начать день с таких замечательных позитивных эмоций. So I guess that's the end of our story. I hear Kate, she accepted his apology. Tapi last kita dapat tahu she was cheating too with her ex-boyfriend's best friend. Вторая моя тренировка, которую я ставлю на час, я не выдерживаю полчаса этого темпа. Стараюсь выполнять все так, как они говорят, с максимальной нагрузкой. Поэтому на половине занятия я выключаю видео и уже делаю свои упражнения. Плюс я со вчерашнего дня решила, что буду растягиваться, потому что у меня очень плохая растяжка. И мне кажется, будет лучше, если я буду тренировать и эту часть своего тела тоже. Это тоже будет хорошо для моего организма. Ну и я в новом амплуа. Хочу сегодня не просто так, я масочку нанесла, показать свой новый уход, который я достала из своих закромов. У меня вообще под кроватью хранится коробка, в которой я храню всю новую косметику, которую мне присылали на обзор или которую я привезла из России, даже из Таиланда. Кстати, вот эта маска у меня тайская отбеливающая, я ее немножко на губы нанесла. В общем, наношу ее в такой технике необычной, что не задействует эти участки вообще, даже когда крашу макияж. В прошлом видео я как раз об этом тоже упоминала. Я достала целую уходовую линейку от Laneige. Мне, кстати, очень нравится эта косметика. Здесь и сыворотка, и крем, который был с лопаткой, и тонер. В общем, буду пробовать, потом вам расскажу, как результат. Тоник, про который я вам уже как-то рассказывала, Secret K, я выставляла в Инстаграме пост с ними. У нас он уже почти закончился. Вообще осталось совсем чуть-чуть, и нам он очень понравился. Хорошо, что у меня есть еще второй, потому что кости им часто пользуются, и как только он закончится, то я достану второй. Кстати, про мою коробку тоже могу показать ее. Находится она под кроватью. И выглядит она вот так. Ну и здесь просто вся косметика новищая, из России даже какая-то привезенная, которую я буду открывать по мере необходимости. Как только у меня закончится что-то, то я залезаю сюда, достаю и обратно убираю. Ну вот я вышла на улицу и совсем забыла сказать, что сегодня у меня, между прочим, работа. Она начинается уже днем, не утром, поэтому у меня было много времени, чтобы заняться всеми теми делами, которые вы видели до этого. Давно у меня, если честно, не было работы, и я уже соскучилась. Просто менеджер, из-за того, что у него еще нету машины, плюс он сказал, что составлял расписание только с июня, но, наверное, это и к лучшему. Вроде сейчас будут
съемки, как он мне сказал. Очень надеюсь, потому что что я, что он. Чуть ли не в один голос сказали, что мы уже устали отдыхать. И сегодняшняя моя съемка будет проходить, точнее студия будет на Тандемуне. Это такое туристическое место довольно-таки. Наверняка вы видели его как-то в моих влогах. И сейчас я иду в метро. Маска, все дела, все как обычно. В общем, поехала. Погода сегодня очень хорошая. Солнце так светит, но пока что не парит. Ну, возможно, только из-за времени, потому что сейчас 11 часов, и я вышла чуть пораньше, чем мне нужно было, для того, чтобы просто медленно доехать до нужного места. Плюс я как-то себя странно чувствую, не очень хорошо. Думаю, что это связано с приближающимися месячными, поэтому я думаю, что лучше я пусть буду медленнее идти, хотя... Я обычно бегу, чем буду бежать. В общем, не знаю. Надеюсь, что все будет нормально. Но корвалольчик я себе в сумочку положила. Я ему машу, а он меня не видит. В общем, сегодня просто должен снег пойти, потому что мой менеджер приехал специально для меня на метро, потому что у него еще не привезли машину, и сейчас он стоял и изображал меня, как я его ему махала и его подзывала. И время, кстати, к нужному времени, которое мы договорились, еще 15 минут. Он уже на месте. Вот такую работу я люблю. Это в моем стиле. А когда опаздывают или говорят, что мы вообще тебя ждать не будем, ты сама, значит, иди, это вот... Плохо. Мы пришли раньше нужного времени, уселись около Ямарта. Тут, знаете, раньше у нас, когда были всякие ларьки и все такое, тоже ставили такие столики. У меня это ассоциируется почему-то с детством. И в Корее тоже на каждом шагу перед магазинами стоят вот такие вот столики. И мы тоже сейчас сидим под зонтиком. Ждем время начала фотосессии. И обсуждаем всякие дела агентства, потому что мы с менеджером давно не виделись, и нам есть о чем поговорить и что обсудить. Мы уже почти собираемся идти в студию, и менеджер угостил меня конфеткой, который сказал, что кушал такую в детстве. Yes, I think in Russia. Yeah. Это очень похоже на золотой ключик, только более мягкое. Ну все, мы идем на студию, и менеджер смеется, говорит, что у него болит рука, и что он уже старенький, и что скоро пора умирать, и я говорю, что это я умру летом, потому что он так мне всегда говорит, ибо летом здесь очень жарко. Пока что я за жизнь не пришел, поэтому я сижу в... раздевалки. И я думала, что девушка, которая проходила, это визажистка, поэтому, когда она зашла, я сидела с щенячьими глазами и ждала ее наставления. Она сказала, что я пока могу расслабиться и ждать визажистку. Перерыв. Сегодня у меня 5 брендов, и для каждого 7 нарядов. Работаем, ребята. Воздухом, но точнее я подышать, а он покурить. Меня накормили сэндвичем, и у нас довольно-таки хороший режим, несмотря на то, что 5 брендов, и необычная форма работы сегодня, потому что бренды, точнее их представители, приезжают к определенному времени с несколькими вещами, мы их отснимаем, и они уезжают, и приезжают просто новые люди с новыми вещами, а мы как бы вот так сидим и ждем. И с одной стороны это как-то не очень, а с другой стороны на самом деле очень удобно. У нас такой приличный перерыв, и так как мы находимся на Тандемуне, а на Тандемуне находится русский магазин,
Мне только что менеджер сказал, что он хочет сходить туда купить бородинского хлеба, потому что он один раз пробовал, ему очень понравилось, и теперь он хочет купить еще. И я тоже собиралась сходить, так что после съемки мы с ним пойдем в русский магазин. Ну что, пошел 6-й час съемки. Заказчики, точнее не заказчики, а эта компания взяла еще 1 час, так что мы ждем еще 1 бренд и потом идем в русский магазин. Хочу вам рассказать, что, как мне говорит менеджер, такой формат стандартный в Корее, что есть одно место, одна студия, в которую свозят по мере поступления новые вещи из коллекции, и модель как бы как женщина древней профессии ждет своих клиентов. Факт тот, что это, конечно, трудно. И, например, я первый раз столкнулась с тем, что нужны супер бейсик позы. То есть просто тупо ты стоишь и меняешь как модель, не знаю, там... В общем, как вешалка. Действительно сложно, потому что я привыкла к немного другому формату. Поэтому каждый раз меня одергивают, говорят, то там голову не наклоняет, то еще что-то делают. То есть я должна тупо быть вешалкой. Или вот таким вот пароотпаривателем стоять. И, не знаю, интересно потом увидеть эти фотографии, где они вообще будут. Это каталог или просто где-то, не знаю, на сайте или в мужчинсе, непонятно. И эти фотографии, как я понимаю, отдают сразу заказчикам, потому что их тут же нарезают без какого-либо фотошопа. Перед тем, как меня фотографировать, 3 девушки все поправляют, все идеально зализывают, чтобы не торчало ни волосинки, ничего. И это вот уже готовые фотографии. Я сейчас такое вижу первый раз, это довольно-таки интересно, но странно. И заказчики, которые приходят, вот сюда развешивают свою одежду, у них здесь стоит отпариватель. Знаете, как какое-то, ну, место такое, как сказать, вы сюда приходите, чтобы там чем-то вот заняться, и все, до свидания, дальше следующий пошло. Сомнительное, но фотограф, несмотря на то, что мне кажется, что ей ничего не нравится, сказала через другую девушку, что ей все понравилось, и они меня хотят видеть еще на следующей неделе, и, возможно, в последующем еще приглашать и приглашать, но кто знает, не знаю, понравилось ли мне это. Это нужно... And we need to think about it. Я сама должна подумать, нравится мне такой формат или нет. Закончили мы съемку. И сейчас идем в российский магазин. Сегодня у нас план купить бородинский хлеб, гречку и, может быть, что-нибудь еще. Я совсем забыла заснять, потому что разговаривать на 2 языках что-то невероятно сложно. И мы сейчас были в одном магазине, во втором ничего не выбрали, а в первом купили хлебушек. Я взяла семечки от Мартина, и менеджер себе тоже взял пакетик с хлебом, потому что даже с 2 батонами он взял и белый, и черный, потому что сказала, что русский хлеб намного вкуснее, чем корейский. И сейчас я каким-то образом без интернета должна понять, как он может добраться на автобусе до какой-то станции. Вот, поэтому у нас еще время приключений. Adventure time. Ну все, ребят, я уже приехала на свою станцию. Поднялся какой-то ветер, даже лепесток летит. Я думаю сейчас о том, что я реально кайфанула от того, что сегодняшняя работа была с моим менеджером. Скорее всего, из-за того, что я его знаю уже очень давно, и я ему очень хорошо доверяю, и он для меня здесь, наверное, как родитель один из. Поэтому мне было дико комфортно, мы смеялись, и вообще я не переживала, он все контролировал. Я немного запыхалась. И с этим всем приятным чувством я еще иду и наслаждаюсь запахом хлеба из пакетика. Как сказал мой менеджер, у нас country style, в таком черном пакете все лежит. Сейчас приду домой, съем хлеба и начну монтировать это видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Если так, то не забывайте подписываться на канал, если вы это еще не сделали, и поставить большой палец вверх этому видео. Увидимся в следующем выпуске. Пока!